4 ноября. Корстон Клаб Казань. Турнир по правилам ММА «Корстон Файтс». Битва на Волге под номером 7. В главном бою вечера сразится молодой и целеустремленный боец из Самары Олег Кубанов с титулованной звездой ММА и кикбоксинга из Латвии Константином Глуховым. Вас ожидает важнейшее противостояние бойцов за титул чемпиона организации «Батлом Волга» в среднем весе. Боец, выступающий за Республику Татарстан, Ринат Фахриддинов в финале Гран-при оспорит этот титул с Виктором Шабаловым из Самары. Кроме этого, ожидается прибытие на турнир известных российских и мировых бойцов ММА. В программе 7 профессиональных боев по ММА. На протяжении всего вечера нас сопровождает, пожалуй, лучший ринг-анонсер России Александр Загорский, музыкальный хедлайнер турнира «Джига». Билеты в кассах «Корстон Клаб», а также на сайте kassir.ru. Телефон для справок 279 30 79. Код Казани 843.